Прикладывается еще фото водителя. Там настолько чувствительная камера, что у тебя нет выбора, тебя сфотографируют. Конечно, для Москвы, опять же, и для региона с тонированным лобовым стеклом, это не помеха. Я думаю, что это уже больше исключение сейчас, Саш, потому что машина с тонированным лобовым стеклом становится меньше. Ларыбыз башқалабыз Қазанда кешкі сағат 8 толып 37 минут. Оқыған дұғаларыңыз қабыл болсын. У нас пять претендентов. С ними можно согласиться.